воно проникливе. Чуйне. Відверте. Він вибуховий. Вольовий. Завзятий. У її пісні ми завжди закохані на рівні. Ірина Дубцова! Його співом пишається вся країна. Ексклюзивно для X-Фактора. Вони співатимуть разом. Чесно говоря, просто хочеться вийти опять на сцену от этого легендарного шоу, можна сказати, уже родного шоу. Новая песня в дуэте, это всегда интересно, это очень здорово. Этот эфир для тех людей, которые должны понимать, что нельзя опускать руки, нужно двигаться дальше, нужно бороться. Потому что в каждом человеке есть силы, о которых иногда мы даже не догадываемся, но они есть. Ирина Дубцова. Та Виктор Романченко. Земля по-прежнему крутится, мы просыпаемся с мыслью о чуде, а ты как будто стоишь на распутье один. И стены крепкие рушатся, и никому ты не нужен как будто, но вера за руку держит, мешая уйти. Живи, живи. Ты для вселенной песчинка, а для земли ты часть сейчас. И равнодушных не может быть среди нас. Живи, живи, чистые вены реки обыкновенно люби. Мы с тобой, чтоб ты не погас, ты один из нас. Надежда кажется призраком, за спиной стоит, как живая. Чего ты ждешь? Обернись, обрети ее вновь. Кто держит весь этот мир в руках, о чем мы просим молитвы читая, ты можешь остановить, если веришь в любовь. Живи, живи, ты для вселенной песчинка, а для земли сейчас, и равнодушных не может быть среди нас. Живи, живи, чистые вены реки обыкновенно люби. Мы с тобой, чтоб ты не погас.
Ірина Дубцова і Віктор Романченко на сцені шоу «Ікс-фактор». Ви приголошуючі. Ваша пісня йшла від серця. Вона зачіпала заживе кожного, хто вас слухав. Я не знаю людину, котра б могла залишитись байдужою від почутого і побаченого. А ще я не можу не відзначити, що з вас вийшов фантастичний дует. Іра, не можу не запитати, чому саме з Віктором ти захотіла виконати цю пісню? І як взагалі народилася ця ідея заспівати разом? Віктор — це моє любиме ім'я, але це во-вторых. А во-первых, я, естественно, до того, как оказалась здесь, на этом почетном месте, среди членов жюри «Икс-фактора», наблюдала за первым и за вторым сезоном. И Витю я отметила особым образом для себя, потому что он потрясающий артист, потрясающий вокалист, честный, душевный. А для меня это самое главное. И кто еще, как не он, мог бы спеть со мной эту песню? Это даже не песня, это крик души, это просьба о помощи каждому жителю нашей планеты. Давайте не будем бросать тех людей, которые в беде, давайте им поможем. Вот Чудово. И все, поэтому, Витя, спасибо тебе Дякую, большое. Гарний вибір. Спасибо. Вікторе, ти навіть не уявляєш, наскільки я рада тебе бачити і чути знову на цій сцені. За цей рік, що ми тебе не бачили, у тебе стільки всього сталося в житті. Ти навіть встиг із легендарними Queen виступити на головній площі нашої країни. Як воно було, до речі? Во-первых, я очень рад видеть вас всех. Большое спасибо, что пригласили. Не знаю, что сказать. Честно, я счастлив побывать вновь на сцене «Икс-фактора». Побывать на сцене вместе с легендарной группой Queen — это нечто. Это непередаваемо, потому что группа Queen — это моя любимая группа. И у меня даже в мечтах не было такого, чтобы выйти и спеть с группой Queen. У меня было в мечтах просто хотя бы побывать на концерте или побывать на репетиции. А здесь я спел с группой Queen, это супер. Большое спасибо Пінчук-центру. Скажи, а відчуття були на сцені із Queen глибші, скажімо, моторошніше було, ніж на «Екс-факторі»? Сначала было, очень переживал, но потом, когда я познакомился с группой Queen, на репетиции... И ты зрозумел, что на X-Factor было страшнее? Да, но X-Factor был первым. X-Factor — это родители, поэтому было сложнее чуть. Как ты відреагував, когда Ирина запропонувала тебе заспевать разом? Для меня большая честь петь с такой замечательной вокалисткой, таким... замечательным человеком. Впервые я услышал это из интернет-изданий. В одном из интервью вы написали, что хотели бы спеть в том числе и со мной дуэтом. Для меня это было неожиданностью. Это первый раз я услышал. Скажи, чтобы все почули, кто еще не почув и не зрозумів, что на X-Factor мрії... Сбываются! X-Factor супер. На X-Factor, можливо, все. Я хочу тільки додати, що ми тобою надзвичайно пишаємось. І, звичайно, ти наш назавжди. Ми завжди тебе раді бачити тут. І хочемо від тебе чути нові пісні. Спасибо. Спасибо большое. І ще зараз саме час нагадати, що сьогодні, одразу після X-Factor, на телеканалі СТБ ви матимете можливість подивитись той визначний концерт Елтон Джон, Queen і Віктор Романченко на головній площі країни. Не пропустіть! А вам, Іра і Вітя, я ось що хотіла сказати. Чомусь мені здається, що це початок плідної і довгої співпраці. Ви надзвичайно разом. Дякую за небайдужість і за прекрасну пісню, і за незабутній виступ. Дякую вам, прекрасні. Це були Віктор Романченко і Ірина Дубцова. Дякую.